Привет! Привет! Мы на канале Саша ТВ. Сегодня мы снова кулинарим, готовим. Да. Да. У нас сегодня поспели кабачки, зелень. Мы сняли урожай такой красивый. Папашки. Да, решили пожарить. Папашки. Да, колечки. Папашки. Да, с зеленью и чесночком. Очень вкусное, а главное полезное. И морковка. Да, полезное. Морковка. Потому что все свежее и домашнее. Для начала нам нужно порезать вот такими вот колечками. Ножичком. Ложи сюда в стороночку. Посолим. О, пирамидка сломалась. Пирамидка кабачковая сломалась. Давай, строим. Еще кабачковая. Так, еще режем. Вот тут порезали. А Саша построила вот такую пирамиду, башню с кабачков. Такую здоровую, огромную. Давай сюда. А мы все на тарелочку сейчас сложим. Посолим. Будем жарить. Да. Снимай пирамидку, пускай она будет. Пускай пирамидка твоя стоит. Красивая такая пирамидка получилась. Строим. Саша будет кушать кабачки. Они вкусные. Полезные. Давайте. Все, мы посолили кабачки. Сейчас будем обмакивать их в муку. Давай, ложу. Давай. Бери. Ну, бери. Намокаем муку. Вот так вот. С одной стороны, с другой стороны. И будем обмакивать. Так вот, одну сторону, вторую сторону. Вот. Вот так жарятся наши кабачки. Да, и вот что же у нас получилось. Потом мы будем их формировать на красивую тарелочку. Вот мы пожарили кабачки и выкладываем на нашу тарелочку. Давай, Сашенька, выкладываем сначала, потом будем намазывать. Подожди. Выкладываем корешочки вот такие. Чесночок молоденький. Несколько зубочков. Так, Саша, давай. По очереди. Сначала одну, потом другую. Только сама. Отлично. Мы сейчас помажем все наши кабачки. Да, и посыпем зеленью. Красиво и очень вкусно. Хватит. Ну, сама теперь. Хватит. Ну, сама. О, вот гляньте, сколько у нас осталось на намазанное. Все, теперь можем посыпать зелень. Бери, посыпай.
Саша пробует уже. Вкусно? Давай посыпать. Посыпай. Ой, как красиво получается. Вот умница, молодец. Не жалеем. Это очень вкусно и полезно. Все. Все достаточно. Ставим на следующий кружочек. Моем ручки. И начинаем следующую. Что? Вот такая красота у нас получилась. Красиво. Пахнет. Вкусно. Саша уже попробовала, сняла пробу. Снимаем пробу. Это очень-очень полезно и вкусно. Ну что, прощаемся? До следующих встреч. Пока-пока.